Няма, на жаль, в краіне гэта правасуддзя, і пры гэтай уладзе яго і не будзе. І гэта нават мне не сябе шкада, шкада людзей, якія сёння, якія асуджані за што, якія сядзяць ні за што, гэтых малалетніх, прымусы, гэта забароны, яны нічога не дадуць, таму што калі гэта незразумела ўлада сёння, то ўжо позна разумець. Мене жонка не паліць, ніхто не паліць у сям'і. И не перед ними не емко, а лишь вывести ты не мог. Это будет порушение, великое порушение. Первые месяцы вот по той дорожце ходили эти хлопцы и довольно думали, что я выйду ранее, чем мне потребно. Я уже запрошал, чего хлопцы зайдите на Горбату, что выходит, уже холодно в этом плане. Но менялись про годину-две, ну а потом перестали ходить. Ну а так первые месяцы ходили. Бедолаги. Когда ты не можешь зайти до амбассадоров, до сябров, хай они приходят за меня. Мне нельга выходить, мне нават нельга сходить до соседа в выходный. На суд так само не могу зайти, и на супрать так само я зайти не заборонено. У соседа нават, когда он покличет и будет некая проблема, заборонено. Придусь, а я у соседа, это будет порушение. Нават припьем горбату раз. В неделю? Субботу, в неделю, в выходные дни я не могу выйти с хаты, только могу с 7-го поверха спуститься на 1-й поверх, там, где есть эти почтовые скрини, поглядеть свою скриню и подняться назад. Вот это шлях воли в выходные дни для тех, кто отбывает домашнюю химию. Хтось ти выписал, и мне приходит каждую субботу эта газета. Ранее, коли это было, то вот в этой годы только, коли вот посадили, кто это сделал, чтобы мне, может, веселее было читать нечто в этом плане. Ну, дякую, кто это сделал, ну, безумовно, я вот публично говорю, дякую этому человеку. Это моя внучка, это я ей малевала, и она, все, пойду, потом покажу, где она еще нечто делала. Она, ей уже 10 годов, я уже 1,54 м. Даже высокая у меня. Вот, это спальня, то есть ничего. Это малюнки, это налепки некие, не видаю, когда. А это уже фарбой пробило, ну, это на день на розин. Она линсовала, это, ну, шановный подарунок, я вот треба беречь. Говорит, ну ты ж не в тюрьме. Так, не в тюрьме. А лишь выходные, это своего рода тюрьма. И чекаешь, худчей бы вечер, хочей бы понеделок, чтобы выйти на працу. И когда ты выходишь с ранку на працу, я ранее встаю, выхожу, вот ты отчуваешь, что ты вот зараз как раз на воле. Патрульные эти службовцы, хлопцы молодые, они приходят частей. Ну а в святочные дни приходят офицеры. Они повинны прийти, поглядеть на меня в двор. Я не ж протокол повинен означить, какие часы они были, был те на месте, ти был я в тревожном стане, ти я хворый, ти не хворый. Мусишь неким чином подпорядковываться вот этой инструкциям, что ты повинен робить, что ты не повинен робить. И скажу щиро, я вот так вот думаю, сколько я вытримаю еще вот в этом режиме. Я не думал, что это у меня неким чином сгорни, что ты был старшиня, а зараз не старшиня. Люди приходят и говорят, Геннадий Федорович, ты был лидером, ты им застався, а лидер это не посада. Ну, а что далее, зараз говорить про некую там амнистию, я на вот об ее не думаю. Потому что я уверен, что мое прозвище под амнистию никаким чином не подходит. Тут продаются только некие пирожные, торты, кава, горбата. Сюда я могу зайти под песка. А вот рядом, там, где можно еще пообедать,
Я туди і зайти не можу. А чому? Зараз зодім побачу. Мені не заходить у ті, ну, у ті помішкання, де сьогодні розливають спиртні напої. Пусть таким чином це називається домашня хімія. Ходи і поглядай. Ні в театр, ні на концерт я нікуди жінки не можу сходити, тому що там так само є буфети. І можна ж усе сказати, що ти прийшов в буфет, і там не воду пив ті сок, а пив неке пиво, чи неке вино. Це що можна придумати? Як придумали цю справу, так можна придумати і далі все. Можна зайти в парикмахерську, можна зайти до врача, в аптеку. Але що, коли відключать гарячу воду, то у лазню сходити – це вже проблема. Тому що там у лазні розливають, крім води, розливають пиво, а це вже алкогольний напій. І тому прийдеться писати заяву «Отпустите мене помитися у лазню», тому що немає гарячої води. Навіть вийти попалити, виходиш на балкон і можеш тільки назирати зараз шмат, як літають стрижі. І раніше ти ніколи навіть не звертав увагу. Ну, літають деякі птушки, Бог зімі, хай літають. Раніше звертав увагу, це кльониці, там деякі іншиці, верба. Зараз відео росте. Часу хапає поглядіть на все. Люба влада повинна ведати, що більшість далеко не завжди буває права. І тому треба, щоб рухатися наперед, треба слухати меншість, конструктивну критику і разом йти далі. Робіть вигляд, що нічого не було, а все це законно, ну, навіщо жити тоді, коли з цим погодитися? Нема сенсу ніякого. За порог мне выходить нельзя. Всего наилучшего. До встречи в будние дни.